Джордж Буш-старший госпитализирован. Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщает CNN. Причиной госпитализации стал сепсис, заражение организма в результате попадания в кровь инфекции. Представители семьи Буша отметили, что бывший президент реагирует на лечение и пообещали сообщить о его состоянии, как только появятся новости. Здоровье Джорджа Буша-старшего ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами. Джордж Буш-старший 41 и краткое президент США. Он руководил страной с 1989 по 1993 годы. Сейчас ему 93 года. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.